Друзья, сейчас я отвечу на самые основные вопросы, как стать косметологом, и вопросы по базовому курсу на косметолога-эстета. Этот курс подходит как для новичков, так и для тех девушек, которые уже проходили какое-то обучение на косметологию, так как в этом курсе вы можете пройти повышение квалификации, узнать авторские наработки, которые я рассказываю очень подробно, с мастер-классами. Это 60 видеоуроков записи. Доступ идет навсегда, то есть смотрите в любое удобное для вас время. В уроках расскажу от А до Я чистки лица, аппаратные чистки лица, типы кожи, работа в кабинете, маски, BB-Glow, фарфоровая куколка, вау-процедура выходного дня, карбокситерапия, тейпирование, несколько уроков по массажу лица будет, аппаратные мезопроцедуры, растительный липолитик, растительный ботокс, пигментация, авторские наработки, где пигментация уходит очень хорошо. Все это подробно вам расскажу. Шрамы, выпадение волос, всесезонные пилинги. 3-4 урока есть по всесезонным пилингам, которые вы можете применять круглогодично. Миксовать вместе с процедурами на мезосыворотках, на таком аппарате Дермапен, который также расскажу вам про него, расскажу про аппараты, про препараты, как открыть кабинет косметолога и многие другие вопросы. Курс идет диплом, 3 сертификата международного стандарта на русском и английском языке. Эти сертификаты идут, книга в электронном виде и чат учениц, где вы получаете полную обратную связь от меня. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос, который вы мне задаете. Курс обучения сколько дней? Сколько дней длится курс обучения? Курс обучения в записи, 60 видеоуроков, доступ навсегда. Просматривайте в любое удобное для вас время. То есть вы можете его пересматривать, распределять, как вам удобно время. Курс остается у вас. То есть время распределяете самостоятельно. Друзья, следующий вопрос, который вы мне часто задаете. А сертификат на массаж нету, да? Сертификат на массаж в отдельном курсе. Это идет дополнительный курс на повышение квалификации. Там идет 12 видеоуроков, 4 техники. Очень подробно я там рассказываю. Этот курс по массажу идет отдельно, как дополнительный на повышение квалификации. В базовом курсе есть только 2-3 основных урока по массажу, которые мы совмещаем с основными техниками по аппаратной мезотерапии. Поэтому курс, сертификат по массажу идет в отдельном курсе дополнительном. Следующий вопрос. Лика, потом вы работаете с определенным видом косметики, да, от какой-то компании, у вас заключен договор, да? Я работаю на разных космоцевтиках. Основная космоцевтика – это израильская компания. Также миксуем с корейскими, с итальянскими производителями. В курсе я рассказываю принцип работы на космоцевтике. Вы можете миксовать абсолютно с любой космоцевтикой. Также любые препараты можете приобрести в нашем инстамагазине с доставочкой по всему миру. Работать вы можете абсолютно на любой косметике. Следующий вопрос. Допустим, если что-то непонятно по курсу, можно будет, да, с вами связываться, вот так вот писать, спрашивать? Отвечаю. Да, если что-то непонятно по курсу, у вас будет обратная связь, закрытый чат учениц, где вы получаете полную обратную связь, пишите любые вопросы. Там я вам расскажу от и до в уроках, и плюс отвечу на все ваши вопросы в закрытом чате учениц, где я отвечаю лично. Следующий вопрос. Если вы работаете на какой-то другой специальности, можете ли вы совмещать косметологию, работу в косметологии со своей основной работой? Да, конечно, вы можете совмещать основную работу, работать как хобби, либо дополнительно, как косметолог, совмещая, даже многие мамочки работают, очень хорошо распределять время, обучаетесь в любое удобное время и можете работать. Распределять время индивидуально, например, только на выходные дни, работать 2 раза в неделю, либо вечерами. Можете открыть свой кабинет у себя дома, организовать уголочек, сейчас я расскажу, что вам понадобится, либо арендовать кабинет в
салоне красоты на день, на два дня в неделю, например, работать. Либо некоторые девочки открывают целые салоны. Таким образом можно совмещать и работу мамы, либо дополнительную какую-то профессию, и совмещать вместе с косметологией. Друзья, многие задаются таким вопросом: отучиться очно в своем городе, либо пройти онлайн мой курс. Хочу вам поделиться таким отзывом, что действительно такого объема информации, который я даю в основном даже в базовом курсе от А до Я, вы нигде очно не пройдете. Тут собрана очень большая информация, после которой вам не придется доучиваться и переучиваться. Давайте прослушаем вопрос. 4 месяца назад обучилась курсу, тоже косметологии, но это очень ограниченное там все. Даже там нет в сертификате не написано, что косметолог эстет. Капилляротерапия я обучилась, и плюс в комплекс входила чистка лица, ультразвуковой пилинг, и на аппарате, да, ультразвуковой, и фракционная мезотерапия. Но это было так ограничено все, узконаправленность такая. Ну, самый акцент был на капилляротерапию. Я этим сейчас занимаюсь, я уже окупилась, но тем не менее это очень дорого. Я вообще так попалась на дорогу в курс, и вообще мне не устраивает. Вот, девочки, таких на самом деле отзывов у меня очень много, кто проходил очное обучение и потом приходит ко мне доучиваться, либо переучиваться. Поэтому смело берите мой онлайн-курс. Он очень обширный, очень классный, с обратной связью, с обратной поддержкой, с дипломом, с сертификатом, с чатом, с доступом навсегда. И реально это курс просто огонь. И очистки лица, и аппаратные методы, авторские по пигментации, авторские по омоложению. Тем очень много. Переходите на сайт курсыкрасоты.ком, ознакомьтесь с темами. Всех жду на сайт, всем помогу, все расскажу, на все вопросы отвечу. Переходите, девчонки, жду вас на курс. Друзья, следующий вопрос. Что нужно для старта? Для старта вам нужно организовать уголок себе дома, либо арендовать кабинет косметолога. Вам понадобится кушетка, вам понадобится стульчик косметолога и вам понадобится тумба косметолога с полочками, на которой вы можете на колесиках передвигать и использовать препараты, расставлять очень удобно будет. Также вам понадобится стартовый набор косметолога, который вы можете приобрести в нашем инстамагазине. Такой набор можно приобрести от $200 до $1000. В этом наборе я вам собрала самые необходимые аппараты, препараты, которые вам понадобятся для начала. Вы их можете использовать и для чистки лица, и для аппаратных мезопроцедур, и для миксования мезо, также для пилингов. Некоторые препараты всесезонные, которые вы можете использовать круглогодично, использовать абсолютно на разные процедуры, миксовать. То есть вам не нужно покупать по отдельности для возрастной кожи, для кожи с акне и так дальше. Я вам собрала универсальный такой набор. Этот набор, в принципе, не так дорого, можно приобрести от $200 до $1000. Разные наборы по желанию.